Ты по внешкам, кстати, помнишь, у нас просто покупаешь для внешки шмот и что там с ним надо делать дальше? Сейчас, секунду, я на дуэли. You're from the Federation, eh? Что ты говорил по поводу внешки? Ну вот внешку покупаешь любой шмот, да, я так понимаю, в этом, в банке. No. Time is precious. Ты данжи начал играть? А? Ты давно играешь? Давно играешь или недавно? Да я забыл просто, как внешку тут менять, может. Ну раньше, короче, можно было делать или модель, но сейчас это убрали. И мне кажется, это в связи с тем, чтобы больше донатили люди. Сейчас новый шмот сделали настолько убогим, что вообще не знаю, но я себе закупил. На тушку и на пушку, короче, скины. Ты имеешь в виду шоповские взял? Да, или? То есть за донат, которые идут. Их можно за игровую валюту купить, можно взять, да, задонатить, у тебя денег. Но... То есть уже сейчас... Сейчас модели нету. На Америке, нет. Короче, когда я играл, я же с Америки сюда перешел. На Америке, короче, с введением этого, как бы, патча, там ввели, короче, билетики. То есть, вроде бы, насколько я знаю, проходишь данжи, тебе дается какое-то количество билетиков, копишь эти билетики, кликаешь правой кнопкой и выбираешь себе скин, на который ты, например, накопил, покупаешь его. Там вроде бы есть временный, а есть на, ну, как бы, перманентный, короче. Вот. А здесь такого нету, ну, здесь что-то жадное, на Европе вообще жадное. ГМ или кто здесь это все, всем заправляет. На Америке даже тот же взять премиум намного выгоднее, то есть там... Если дается по одному пусту тебе каждого, да? А там дается по 6 в сутки. То есть там качнуть 60 с этим пустом можно вообще буквально за 2 дня, если ты знаешь, где качаться и как качаться. Да, интересно, как будет на России. Ну вот-вот. Если будет такое же время, как на Америке, будет лафа. Я не задумываюсь, сразу возьму и качну. Ну посмотрим. Как-то не связывается лафа с Россией-то. Ну, есть такое, да. Ну, вот сколько вот у меня, вот 12 часов осталось премиум. То есть я здесь играю месяц и буквально, может, 2-3 дня на этом сервере. На Америке играл, потом забил. Ввели этих риперов, зашел на Америку, попробовал. Что-то решил на Европу перейти. Там мне как раз пацан один сказал, типа, вот там Редзерг есть, то все, короче, типа, хорошая русская гильдия. А подожди, ну, а вот внешку поменя... Ну, саму внешку убрали, да? То есть, получается, только шоповское можно одеть? Или можно одеть, да, все-таки то, что вот... То есть, поменять вид-то нельзя вообще, что ли? Нет, ремодель убрали вообще. Раньше вот недавно был как типа ивент, там давали за то, что ты заходишь в игру, там какое-то количество билетиков или за нахождение в игре. Вот, за них кто успел, тут... Тот и съел, понятно. На месяц всего лишь. То есть это, наверное, ивентов придется ждать вот таких на билетики или какие-то. Ивентов, или уж можно все-таки раскошелиться и делать как на Америке. На Америке намного проще вот с этим план, в этом плане. Ходил по данжам, там убивал билетиков, покопил там недельки две, да, да, взял и купил себе нормальный скин какой-нибудь. Плюс там можно было скины, вот как когда я играл с Инфлайером, то есть кликал, у меня там было пару билетиков. В общем, там можно скины взять, такие, знаешь, как раньше, вот, например, регент, шмот был же, конжак, вот что-то наподобие этого можно было взять. Как бы я могу сейчас на Америку зайти и глянуть, просто у меня клиент. Установлен, я его не удалял. Так, ты где стоишь? Подожди. Вон, вон, бежишь. Трейдер. Ну, кристаллы поменяй на пулпы. И давай дуэль. Ну, блин, ты плохо одет. Ну, понятно. Так, прикольно ты выглядишь так, с такими рогами, с такой маской. Это самый одетый перс у тебя? Нет, это так, просто... Этот, возьми на пушку кристалл на силу грита в спину.
Вот вместо Fine Brutal, который дает по лежачим целям дамаг, лучше поставь. Сейчас я леткану какой. Ну есть, наверное, у тебя уже такой? Есть, есть. Там два в спину, я знаю, какое. Да, да, да. Нет, тебе два в спину не надо. Тебе надо вот именно вот этот лежачий. Не-не-не, убери тот, который в спину пауэр дает. Поставь тот, когда ты роняешь. Ты же основ... У тебя проф основывается на том, чтобы ронять все время. Который у тебя до этого стоял, поставь его. Да. Так. Во, нормально. Так, ты. Сейчас я прям. Так. Ну ладно, у меня другой немного билд на танке. Так, клик, если ПВПшну у тебя? Да нет, конечно. Тут, ну, блин. То есть тут самых главных глифов нет, тут 100% я их так и не выбил на них эти, блин. Ну, хоть немного шаришь за персом? Ну, сейчас посмотрим. Потом попозже. Ну, я не говорю, что я хорошо играю персом, так что по поводу него скимы не получится. Понятно. Да блин, это TC сделали плохо, заглушалку сделали, нажимаю кнопку, начинаю тебя плохо слышать. Если мне кто-то в двери звонит, офигенно. Так, подожди, 5 секунд. Смотри, ну у тебя, видишь, атак спида очень мало. Да, вообще, он без атак спида, он вообще... Давай, короче, так... на перс и поприкалываемся. Не-не, сейчас, подожди. Мы сейчас сделаем пока, посмотрим твои скиллы. Сейчас я отойду 5 секунд, открою двери. Блин, а я еще прокси не вырубил, а? Может быть, поэтому тормозишь. Так, я тоже ненадолго отойду.